Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем делать капитальный ремонт двигателя EP6 Citroen C4. Ребята, этот двигатель стоит, EP6. Разборку я вам показал. Как что, в чем проблема была, это в моем канале есть. У меня привезли, ребята, все, что детали. Привезли меня кольца. Вкладыш, ребята, шатуны и коренной сальник передний, задний, болты новые Victor Rins, потом цепка РМ, все в комплекте, масляный цепь, цепь масляный, это мы отправили, поменяли все нам втулки. Victor Rins у нас прикладка и поршня, ребята, 4 штуки поршня. У нас сейчас покажу код поршня. Вот, ребята, я их взвешивал все, ребята, записал для себя. 290 грамм, здесь 290 грамм, 289 грамм, 289, 1 грамм разница есть. Шатуны тоже одинаковые, ребята, 449, что ли, или что-то такого. Вот так, ребята, начинаем, переворачиваем, начинаем с коленвала. Коленвал полировали, не шлифовали, у нас вкладыши все стандартные. Пробег где-то 140 тысяч. Вот такой двигатель, ребята. Начинаем. Ребята, прежде чем, когда начинаем все этот вкладыш установить, здесь внимательно и окончательно втираем. Я здесь все втирал, как положено. И устанавливаем вкладыш. Восемь штук, ребята, 8 штук вложим в сторону, 10 штук из них вложим. Смотрите, смотрите, с замком, ребята, вложу, вот ты, с замком. Это нижняя часть с отверстий, это я имею в виду сюда, в блок, а без ничего, без отверстия, без ничего. Это устанавливается в нижнюю плиту. Это тоже покажу вам. И устанавливаем вкладыш, ребята. Сначала замок. И зажимаем сюда. Сначала замок. И устанавливаем вот так. Замок и устанавливаем. Замок устанавливаем. Есть. Все вкладыши установили, ребята. И смазываем. У меня я пользуюсь только коробочное масло, ребята, от механика. Вот. Все это обязательно. Сюда масло ложить. Не жалейте, ребята. Так, все, везде устанавливаем. Вот так смазываем хорошенько. Потом, ребята, у нас есть полумесяц, скажем. Полумесяц. Вот код полумесяца, ребята, посмотрите. Если вам видно. Убираем в сторону. Еще один пакет здесь. Вот, ребят, вот смотрите, как она выглядит.
как выглядит. Вот видите? Здесь есть, вот, если внимательно посмотреть, выемка. И здесь есть выемка. А где выемки? Вот эта часть на выемке. Вот эта часть снаружи будет. А ровная часть внутри будет. Оба стороны. Вот. Так один остается вот так. Видите? Вот они так выглядят. И устанавливаем по бокам. Сначала смазываем с густой маслой. И приклеиваем как бы сюда, чтобы колебал, когда положим, чтобы они не выпали. Сейчас этого сделаю и покажу. Ребята, вот смазал. Где выемка, вот эта часть, должен попасть туда. Вот раз. И другой в другую сторону. И два. Вот так. И тоже смазываем, ребята. Есть. И есть. Сейчас устанавливаем колембал, ребята. Тоже их вытирал, как положено. Здесь колембал маленький, не тяжелый. Берем и потихоньку пускаем, ребята. Чтобы главное по кольце, чтобы не выпало. Вот есть. Оп. Оп, отлично. Колембал на месте. Все бомба. И, ребята, что делаем? Смазываем обязательно. Вот смотрите, вот здесь отверстие, ребята, я сюда всегда ложу масло. Вот видите, где есть отверстие, я всегда туда масло ложу. Когда шатун будем установить, тоже положу. Лучше ложите все везде. Здесь тоже есть. Отлично. Все, чтобы в масле летало вот с пальцы. Сейчас будем подготавливать нижнюю плиту. Нижнюю плиту тоже вкладыши будем устанавливать. Сейчас я вам покажу, ребята. Ребята, устанавливаем вкладыш в нижнем плите. Вот здесь замков нету, ребята. Ни в каких. Устанавливаем прямо в центр. Смотрим, чтобы была в центре. Ни туда, ни сюда. Старые следы есть здесь, но постарайтесь попасть туда. Если даже нету, все равно посмотрите, что было в центре. Такие вам никто не скажет, ребята. Вы когда-нибудь видели, вот так вам показали точно прямо, как что надо делать. Не увидите. Сейчас устанавливаем вкладыши. Как установили, что делали, а никто ничего не показывает. Так что подписывайтесь на мой канал и посмотрите внимательно все это. Все вот так устанавливаем и гоняем по центру, ребята. Постараемся, чтобы было все в центре. На камеру, может быть, не видно будет, потому что ракурс другой. А если по прямой посмотреть, все точно я устанавливаю. Все пять устанавливаем, ребята. Вот так. И сейчас подгоню их в центр, все положу, поставлю и дальше уже покажу вам. И потом, ребята, после этого в центр здесь проходим с керметиком, здесь прикладки нету. И будем установить эту плиту. Уже после герметика сниму, покажу вам. Герметик все знает, как надо ложить. Не надо сюда ложить герметик, конечно. Сюда нельзя, только по краям, ребята, по кругу. Плиту изготовил, ребята. Все, герметик положил. Все установил в центр. Масло смазываем. И вкладыши тоже здесь плиту нижнюю смазывал. Вот, ребята, выглядит так. И устанавливаем. Сейчас масло чуть-чуть перетру здесь. На вкладыши. И все, ребята, устанавливаем нижнюю плиту, потихоньку пускаем. Здесь есть направляющая, она попадет по своим местам.
Вы по-другому его не поставите, ребята. Устанавливаем из рук. Коленвал просто ля-ля, крутится бомба. Все, сейчас будем устанавливать болты, ребята. Вот смотрите, болты. Вот видите, между шайбой, вот шайба отсюда не выходит. Между шайбой и головкой сюда немножко смазываем смазку, масло. И в кончике резьбы чуть-чуть тоже. Когда мы будем установить его, шайбу, вот болтик закрутим, чтобы динамометрическим ключом, чтобы не было нагрузка, чтобы легко скользнулся. Зажимаем вот 10 болтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Устанавливаем, зажимаем 3 килограмма. 3 килограмма. И потом крутим 90 градусов, ребята. Здесь прикладки нету, сразу можно этого делать. Когда прикладка, подождем время, чтобы сидел хорошо. Здесь герметиком, ребята. Здесь можно после затяжки 3 килограмма и сразу зажимать. Ну, можно чай пить, если хотите. 2 минуты, 3 минуты. Неважно. И вот все это делаем, ребята. Сейчас покажу вам, как это все. Смазал все болты, ребята. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Ребята, вот где-то последние болты. Здесь есть заглушка. Мы это заглушение нашли. Пока я не знаю, что-то придумаю, я вам покажу эту заглушку. Обычно она сверху устанавливается, герметиком смазывать, старый может пользовать. Но его в кварет оттуда невозможно. Но я еле-еле их снимал, но не важно. Сейчас ключи возьму, начинаем зажимать, ребята. Из рук затягивали все, ребята. И устанавливаем динамометрический ключ на 3 килограмма. Это маленький, на 1,4. Это из 600 грамм до 3 килограмма. Все, устанавливаем и начинаем, ребята. Это один. Два. Коленвал трогаем. Обязательно. Смотрим. Все же нормально. Нет. Раз. Трогаем, есть, отлично. 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 Есть. Все отлично, ребята. Сейчас будем крутить на 150 градусов каждый болт. Ребята, установил угломер. 150 градусов зажимаем. Один показываю вам, остальные все таки продолжаем. Вставляем на 0 и 150 градусов зажимаем. Вот, ребята, 150 градусов. Один зажал, это и второй. Вот для себя я сначала вот так делаю. Вот и вот, ребята. И каждый раз, когда зажимаем, трогаем на коленвал. И устанавливаю, вот видите, она один круг идет. Это получается 90. Вот когда заворачиваю, все стоит на бок, смотрит. Вот одинаково. Чтобы точно посмотреть. И все вот так ровно вставляем для себя. Вы поняли, да? Все. 3 килограмма, 90 градусов с этой заканчиваем. Сейчас зажму, дальше сниму, покажу вам, ребята. Ребята, все зажимал.
10 болтов по 150 градусов после 3 килограмма. Вот это болты сейчас по краям, да? Которые именно. Вот зажимаем 1 килограмм. Там 900 грамм, мы зажимаем 1 килограмм. Сначала из рук. Сначала зажимаем из рук, ребята, все. И устанавливаем динамометрический ключ по кругу. Еще два сзади здесь есть, ребята. Две штуки. И по кругу зажимаем 1 килограмм. Ребята, по кругу зажимал 1 килограмм. Сейчас переворачиваем. И покажу вам, как подготовить поршня. Поршня подготавливаем, пальчики устанавливаем, все как положено на шатун, кольца одеваем и начинаем устанавливать. Пока здесь ничего не надо установить. Вот так и оставляем, и переворачиваем, и покажу дальше вам, что надо делать. Смотрите, ребята, здесь у нас получается сепаратор, два масляных кольца, два компрессионных кольца. Смотрите, компрессионные кольца ложим, да, раз и два. Оба отверстия заходят. Правильно? Вот этот заходит на и второй, а на первый не заходит. Значит, это и вторая. Сверху всех написано, ребята, верхушка. Вот видите, надпись есть. Надписом наверх. Это и вторая. Потолще идет у нас. Первая потолще, вторая и три. Вот смотрите, что хочу вам сказать, ребята. Посмотрите. Допустим, сепаратор, да? Вот этот сепаратор поставим мы где-то вот здесь. Вот здесь в середине, да? Или неважно, хотите здесь поставьте. Без разницы абсолютно, сепаратор куда попадет. Абсолютно без разницы. Смотрите. Потом одна компрессионная, масляный. Масляный будет. Вот одна. Здесь, ребята, сбоку. Вот видите, здесь. И вторая против к нему. Вот сюда будем ставить. Нижний. Один сюда. А и второй сюда, вот видите, да? Потом компрессионные кольца. Один поставим сюда, ребята. И второй. А другой будем сюда установить. Против на друг друга. Понял? Я сюда на холодный ничего не вставляю. Не знаю, кто-то что-то хочет ставить, ради бога. Я никогда так не делаю. Вот это холодная зона постоянно. Сюда. Вот понял, да? Против напротив друг друга. Вот получается у нас. Передняя часть у нас есть метка в передок. Вот передняя часть. Здесь смотрите внимательно. Вот два ушки, да? Вот видите? А переворачиваем. Вот раз, два, вот третий, видите? Вот это передок, ребята. Для себя точку поставьте или пишите, чтобы понять. Передок. И передок, вот допустим сюда, вот тоже метка вперед. Вот так и будем устанавливать. Вот так, передок, метка. Вот видите, куда метка, и туда и передок. Втулки тоже нам сделали, мы отправили. Новые втулки установлены. Вот так. Без люфта, без ничего, ребята. Вот здесь очень тоненькие, конечно. Можно было по-другому делать. Это мотор, если так смотреть, как детский. Как для детей сделали. Вот такие моторы, вот, ребята. И сейчас поршень будем установить. Смазываем обязательно здесь палец и поршень. И у нас еще у нас вот замки, ребята. Две штуки замки. Вот. Первый замок устанавливаем в одну сторону. И потом палец толкаем сюда и это делаем. Сейчас я вам все это покажу. Ребята, одно кольцо установил уже. Это кольца как бы из арматуры сделано, ребята. Еле-еле пихал его туда. Обычно 2 секунды дело, минут 3 пошло, блин, за одного кольца. Замучило меня почему-то. Они очень такие жесткие. Вот. Внутри смазываем смазкой. Обязательно, ребята. Здесь много чего-то пошло. Смазываем. Смазываем этот пальчик, изготавливаем. Вот передняя часть у нас. Я кольца здесь сюда уже установил, ребята. Тоже передок. Устанавливаем сюда. Сначала
просто убиваем палец. Сейчас, секунду. Опа, все есть. Есть, ребята, все готово, и устанавливаем и второе кольцо. Этого не буду снимать, это долго, 3 минуты, нахер вам надо это посмотреть. Ну, мучение, первый так пошло, я не знаю, может другой нормально пойдет. Вот сейчас и второе кольцо устанавливаем, потом будем уже кольца устанавливать. Я имею в виду маленькие, сюда. Все, кольца установил, в первую очередь у нас устанавливаем сепаратор. Это первое, ребята. Сепаратор обязательно первый надо установить. Потом кольца не сможет установить. Берем. И посмотрим, как она у нас ходит. Опа. Вот так. Наверх. Вот, устанавливаем его. Аккуратно с этими кольцами. Ребята, они очень-очень хрупкие и тоненькие. И вот так. У меня есть специальный инструмент для установки. А у вас же это нету. У вас, я имею в виду, не у мастеров, кто хочет самому делать. Поэтому я показываю, как надо все себе делать. Своими руками. Я их миллионы сделал, я не знаю, тысячи. Не миллионы, но тысячи. И потом мы, вот ребята, мы когда сразу их устанавливаем, вот это кольцо, да, сразу по местам. Потому что потом крутить вам очень тяжело будет. Вы меня поняли, да? И всегда по местам устанавливаем. И посаживаем, и устанавливаем по местам. Но сепаратором вот этот тяжело она устанавливается, конечно. Все надо попасть по местам точно, чтобы было. И приводим, устанавливаем. Допустим, один здесь и второй против. Потом тяжеловато будет крутить его. Сейчас я их поправлю и дальше буду снимать. Ребята, установил кольца. Один сюда. И второй против него сюда. Установил. И сейчас устанавливаем и второе кольцо. Где у нас верхняя часть. Вот здесь, значит, верхний. Мы устанавливаем его сюда. Где нижние кольца замки соединяются. Вот это и второй. Вверх. Вот надпись наверх, ребята. И устанавливаем и второе. Есть и есть. Устанавливаем сюда, против к нему, ребята. Вот так, не против, а сюда, вот, опа. Масляный здесь, а мы и второе кольцо установили сюда. И третий устанавливаем против нее. Получается, вниз у нас против на нее. Вот, тоже верхушкой. Они очень хрупкие, опять говорю, ребята. Все есть. Кольца есть. Вот все устанавливаем. Вы поняли, да? Получается одна маслосъемная и вторая маслосъемная. Вот где первый маслосъемный кольца устанавливаем, да, вот этот. И второй кольца, который устанавливаем против его тоже. А самый верхний против его. Вот так все. И ложим. И смазываем, конечно, чтобы они не крутились. Когда смазываем, они на сухие сейчас. Я всегда кольца устанавливаю на сухую. Вот, когда здесь смазываем, все попадает на отверстие, да? Оно уже из места не крутится, ребята. И остается на месте. Все, ложим в сторону. Все 4 так устанавливаем. Потом будем... Уже дальше вам покажу, что надо делать. Ребята, все кольца установил. Посмотрите. Здесь, ребята, их перепутывать нельзя, бугли. Вот они по-другому не сядут на свое место. Когда они сидят, так смотрим, как бы одна целая. Вот видите, вот даже надрезов нету. Вот видите, если зажимается, ничего не видно. Вот здесь, видите, как она поломанная, как ломается, их в заводе так делает. А еще хотел сказать... И здесь, ребята, сейчас вкладыши один достану. Здесь даже замков нет, ребята, тоже как в Рено. И когда мы вкладыш устанавливаем и внимательно смотрим, чтобы была
в середине, ребята. Ни туда, ни сюда. Потому что замков нету, чтобы направить. Вот видели? Вот один. И сюда тоже устанавливаем. Стараемся, чтобы попало в центр. Вот. Так. Вот, ребята. И смотрим по бокам, чтобы была в центре. Если что, толкаем туда-сюда. Обязательно должен быть центр. Оставляем. Здесь вообще мало остается. Почти. Вот она. Вот так. И их не перепутывайте. Вот видите, когда я устанавливаю вот так, допустим, да? Вот видите, надрез остается. А когда так устанавливаем на место, все, она полностью так сидит, ничего не видно. Их между собой перепутывать нельзя. Один подготовили. Сейчас один поршень установлю в блок. И дальше уже зажим, покажу вам двумя болтами. Они маленькие. Покажу вам, как это все. Ребята, все, начинаем установить. Сначала убедились, все кольца на месте. Все точно ли на месте. Смазываем поршень. Мы и так смазывали. Вот еще раз будем смазывать. Если чтобы было скользнулся. И оправку тоже. Внутри обязательно смазываем. И устанавливаем, ребята. И палец держим так. До конца не надо поршень всовывать. Вот чуть-чуть и достаточно. Вот так. Вот эта оправка у меня без трещотка, ребята. Здесь трещотки нету. Я пока ложу сюда. Она сильно большая, здесь поршень маленький. Зажимаем. Смотрим, ребята, и поправляем все это ровно, чтобы стояло. И сейчас будем установить. Ребята, перед установкой вытираем внутри еще раз, чтобы пыли, грязи не было. И все смазываем вот так, хорошенько смазываем. Поршень уже смазывали, ребята. Вот сейчас будем устанавливать. Метку смотрим вперед сюда. Это перед двигатель, это задок. Вот устанавливаем. Неважно, откуда начнете. Первой или четвертой начнете. Неважно, абсолютно. Поправляем немножко. Где у нас шестигранник? Вот. Еще раз зажимаем хорошенько, ребята. Сколько сможем. Но иногда перед камерой вделывается. Поверьте мне, так летают все. Иногда бывает вделывается, не хочет. А то, вот я же говорю, забыл, чуть ли не забыл. Сюда ложим обязательно смазка. Все это смазываем. И на коленвал тоже, чтобы была смазка побольше. Сразу я положу, чтобы, не дай бог, чтобы не забывать. Я такие вещи не забываю, но образно говорю. Бывает, когда на камеру разговариваете, ребята, очень тяжело в самом деле. А так делать, тихо, спокойно делайте. Никто вам не мешает, ничего. А так одновременно работать и разговаривать надо. Вот, ребятки, передок. И потихоньку гоняем поршень. И сильно ударить нельзя, деревянной, чтобы была ручечка. Ни железо, ни ничем. Резиновое или что-то такого. Все, ребятка. Вот так и толкаем сюда. Вот так и устанавливается поршня. Вот все сейчас четыре установлю.
И потом развернем и покажу вам, зажим все это, ребята. Один есть, идем дальше. Обязательно все смазываем. Сюда масло ложить не бойтесь, ребята. При заводке немножко дымит, потому что масло везде встает, в цилиндрах остается. Вот, и обязательно все, фаски, все здесь смазываем. Все. Вот так, ребята. Устанавливаем все четыре поршня. После установки уже, дай бог, сниму вам, покажу. Бугля для себя метку поставьте. Допустим, это третий, допустим, да? И на него поставьте, чтобы вам понятно было. Чтобы не искалы. Но можно их найти, но зачем вам этот лишний, этот работа? Ребята, установил все четыре поршня. Сейчас переворачиваем блок и устанавливаем бугля шатуна. Ребята, смотрите, в шатунах, где болт закручивается, нету насквозь этот отверстие. Аккуратно туда, чтобы масло не попало. Сюда смазываем. Устанавливаем передок. Я себе наметил, чтобы не перепутывать, не искать там ничего. Передок с передком. Здесь доступ есть. Четвертый. И здесь, ребята, где шатуны, немножко смазываем пальцем таких, чтобы скользко было. Раз. Надо немножко развернуть. Опа. И два. Еще чуть-чуть. Опа, все. Берем из рук. Пока ничего не зажимаем. Все из рук. Затягиваем. Здесь головка на 9. Головка на 9. 1,4. Закрутили один, потом и второй. А другой здесь глубина неудобная, ребята. Два поршня же внизу. Не, наверху имею в виду. А если переворачивает, остается внизу. Я их с магнитом обычно беру. Ну, вот так. Клею и пускаю. За это держу. Вот это магнит хорошо держит все, как положено. Допустим, это у нас третий, да? Вот. Вот так и пускаю в колодец. Пускай ложу сюда. И все, конечно, смазываю, потому что туда далеко. Отдельный бугля, когда бывает открытый, там легче работать. Ну, кто как. Смазываем. И смотрим в передок. Вот я для себя наметил точку вперед. И берем. Оп. Пускаем. Где у нас удлинитель? Вот удлинителем держу. Опа, и все на месте. И все, вот так все заворачиваем, ребята. Устанавливаем. Кстати, болты тоже можно туда кидать уже из рук. Даже можно так делать. Оп. Магнит в сторону. Есть. Тоже кидаем сюда. Все, готово. Все заворачиваем из рук, ребята. Только из рук. Пока. И потом будем уже зажимать. Первая затяжка 0,5 ньютон на метр. И вторая затяжка 1,5 килограмма, ну, 15 ньютон на метр. Третья затяжка, ребята, 130 градусов. Это тоже вам покажу, конечно. Все из рук. И все вот так устанавливаем. Дальше вам покажу. Ребята, динамометрический ключ установил на 600 грамм. У меня из 600 начинается
Там написано 500 на мануале. Вот, оп, раз и два. Раз, вообще ничего. Как бы болт не закручиваем, пальцы можно было больше закрутить силой. Все, ребята, установили, коленвал ходит, вам видно. Все, каждый зажим, каждым зажиме проверяем. Сейчас устанавливаем на полтора. Устанавливаем 15 ньютон на метр. Где у нас этот? У нас 14. Еще добавляем десятку. 100 грамм. Все. У нас стоит ровно 0,800. Вот все правильно. 1,5 килограмма. Есть, есть. Есть. Вот так все зажимаем 1,5 килограмма. Ребята, после 1,5 килограмма зажимаем 130 градусов. Здесь не спешите, ребята. Болты маленькие. Можем вывернуть его шею. 120. Оп. Еще 130 градусов, ребята. Еще все ровно 130 градусов. Поставил на ноль. Посмотрите. 120. 130 градусов, ребята. Есть здесь 140 после этого и потом 150. Но 130 градусов. Все вот так. После 1,5 килограмма 130 градусов. Я здесь почему не зажимаю, их отпущу вниз, потому что вот этот упирается, не дает крутиться градус. Если это не уперется, просто вместе будет крутиться. Когда это держится, мы когда крутим, и шкала показывает нам. Поэтому сначала вот эти, и каждый раз, когда зажимаем, ребята, трогаем болт. Нет ли клина или что-то такого, обязательно. Каждый болт намечайте для себя, чтобы не забывать. Все повторяем, все по 130 градусов. Ребята, вот все закрутил, 130 градусов, вот крутится как бомба. Сейчас будем установить все это, масляный насос закроем под дом. Я вам покажу, как этот установить и сколько зажимать. Ребята, это пластина, противоэмульсионная пластина, называется. Зажимаем 4 болтами, головка на 10. 1 килограмм, 10 ньютон на метр, ребята. Что написано, так и делаем. Все с динамометрическими ключами. 4 болта. 4 болта на 1 килограмм, 10 ньютон на метр. Все, 1 килограмм. Сейчас устанавливаем масляный насос. Покажу вам, как это устанавливать. Ребята, цепок новый. Шестерню мы ставили старый. Она в хорошем состоянии. Устанавливаем сюда цепок. Вот этот шестерню. Вот так висит. И устанавливаем на насос. Вот так. И пускаем сюда. Шестерню не надо смазывать, ребята. Здесь все идет на трение. Здесь нету никакого шпонки. Вот так. 3 болта. 1, 2, 3. Затяжка 1 килограмм. И вторая затяжка 2,5 килограмма. 25 ньютон на метр. Первый 10 ньютон на метр. И второй 25 ньютон на метр. Все. Из... Руками закрутили, ребята, начинаем. 1 килограмм установили, 10 ньютон на метр. Раз,
2 и 3. Устанавливаем на 2,5 килограмма. Снимаем назад. Опа, вот. 2,5 килограмма, 25 ньютон на метр. Есть. Ребята, вы представьте, мотор делаете без динамометрического ключа. Зажимали бы. Здесь все алюминий, ребята. Здесь не надо. И болт стальной. Все проверили. Все отлично. Сейчас я вам кое-что покажу, ребята. Сейчас откручу этого. Вот здесь провод, который, да, ребята, вот эта часть один прямо в насосу сюда закручивается, и второй заходит. Сейчас я вам покажу. Секунду. Показываю. Вот этот на звездочка закручивается сюда, на насос, да, вот сюда. Провод изнутри идет. Ребята, втаскиваем. И вот видите, здесь стоит кольца резиновое. И сюда выходит. Потом вот такая крышечка устанавливается сюда. И одним болтом вот сюда закручивает и держит его сюда. Все, вот отсюда заходит, ребята. Если руками, вот отсюда. Ребята, снизу закончили. Все, провод закрутили. Пустили, сейчас закручиваем поддон. Ложим герметик, здесь без прикладка идет, и устанавливаем поддон. Аккуратно пускаем. Все на месте, зажимаем по кругу, ребята, 1,2 килограмма, 12 ньютон на метр. Ребята, перевернул блок. Почти, можно сказать, с блоком закончили. Сейчас на весну и все это сделаю, конечно. Вот, ходит отлично, легко. Как можно сказать, шепчет мотор. И потом уже цепок. Сейчас я этот, ребята. Сейчас нет, уже завтра, конечно, сегодня уже нет. Я головку уже сделал вчера, конечно. Это выложено на YouTube. Посмотрите. Это сборку, как собирается. Голова там достаточно тяжелая. Если опытов нет, у вас лучше не трогайте, ребята. Там и специнструменты нужны, конечно. Без этого вы ничего не сделаете. Инструмент обязательно здесь нужны, ребята. Здесь никакого шпонки нету. Цепок крутится, все на тереньях. Все как положено. Вот. Сейчас будем устанавливать навесные, ребята. Там корпус фильтра там установить, там масляный датчик здесь устанавливать буду, который я вам показал, наверное. Сейчас покажу. Вот датчик, ребята. Скользко идет. Здесь не жмите, как хотели, ребята. Здесь все для динамометрического ключа надо зажимать. Здесь специальные кольца стоит, видите? Она зажимается и все, не надо от силы. Вот она устанавливается. Сейчас показываю. Вот здесь прямо заходит в поддон. Вот ложим сюда и закручиваем. Сейчас в мануале посмотрю, в мануале сколько килограмм затяжка здесь. Вам тоже скажу. Датчик 27 ньютон на метр. Закручиваем. Все, ребята. 27 ньютон на метр. Датчики закрутили. Датчик детонации. Сейчас будем закрутить. Тоже здесь, ребята. Тоже надо посмотреть. Там 2 килограмма или сколько-то такого. 20 ньютон на метр, что ли, вроде. Сейчас посмотрю, скажу, забыл. Закручиваем датчик детонацию. Сейчас, секунду. 2 килограмма, ребята. 2 килограмма она не держит. Кто-то здесь уже что-то творил, ребята.
Она скользит. 2 килограмма я поставил. 20 ньютон на метр, ребят. Вот она не зажимается, крутится вместе. Почему? Потому что какой-то баран, извините за выражение, закрутил из рук. Вот видите, как с руками закручиваете без динамометра с ключи, что происходит? Почему? Потому что бараны. Поняли? Сейчас фиксатор резьбы поставлю и так зажму из рук, чтобы чувствовать как-то. И здесь еще кронштейн, ребята, должно быть тоже. Немножко закрутили, она никуда не пойдет, ребята. Почему вы так делаете, я понятия не имею. Это не вас, ребята, зрителям. Я имею в виду, кто посмотрит, кто может, кто-то сделал, может, поузнает свой двигатель. Вот такое дело, ребята. Ребята, устанавливаем датчик Калимала. Зажимаем 500 грамм. У меня нету 500, сожму 600 грамм. Все, 600 грамм зажал. 0,6 ньютон на метр. 6 ньютон на метр. Вот, 600 грамм. Все, установили, его посадочное место есть. По-другому я его не устанавливаю. И сейчас будем установить, ребята, задний сальник. Покажу вам, как это все установить. Вот сальник, ребята, задний. 85 на 105 и на 8. Сейчас открываем. Это идет с оправкой, ребята. После этого 4 часа, если меняете, допустим, ну прямо на месте коробку снимали, допустим, менять хотите, 4 часа после оправки должно стоять двигатель, потом заводим. В нашем случае тут много еще будет стоять, много можно сказать. Вот оправку сюда, ребята, смазываем смазку сюда по кругу, и когда устанавливаем, чтобы когда мы будем толкать его, оправку снимем, да, когда снимем оправку, чтобы не портит это сальник здесь. Ребят, здесь по кругу вытирал хорошенько внутри. Сверху на калимбал смазал смазкой. Здесь тоже смазал, видите, блестит. И устанавливаем сальник. Потихоньку толкаем, ребята. Оправка — это классно, когда есть. Толкаем поближе, поближе. Руками пока толкаем до касания. Все есть. По кругу потихоньку, ребята, стукаем потихоньку, чтобы убедиться, точно ли она села или нет. Это оригинальный, как пластмасса идет, ребята. С ним очень аккуратно надо быть. Легким ударом вот так. Посадили и снимаем оправку, ребята. И все. Сальник готово. И еще поправляем все этот. Смотрите, ребята, не сюда, где калимбал обращается, а наверх по кругу вытираем. Может, и герметик ложит, потому что бывает иногда отсюда, не изнутри, а снаружи, отсюда пускает. По кругу маленьким слоем так герметик положили, и все. После сальника, ребята, устанавливаем вот плиточку маленький, зубчатый. Вот видите, зубом внутрь. Устанавливаем. Здесь есть отверстие специальное на эллипс. Вот сюда на пимпочку. Кидаем сюда по-другому. Вы не сможете его установить, ребята. По-другому не получится у вас. Только в одно положение. Установили. И берем маховик. Маховик устанавливаем тоже.
все отлично. Сейчас еще зажму его, чтобы держало. Вот есть. Вот, ребятки, зажимаем полтырь. 800 грамм, потом 3 килограмма и потом 90 градусов. Каждый год по 90 градусов. Сейчас я вам покажу, уже когда закручу 90 градусов. Ребята, когда закручиваем болты, сюда пару резьбу. Сначала пару резьбу, ребята, вот видите, сюда. Фокусировку нет. Вот сюда фиксатор резьбы и на шею сюда, ребята, положите герметик, потому что здесь насквозь может вытекти масло. Обязательно этого делаем, обязательно. Не забывайте этого делать, потому что по-любому масло потечет, если не сделаете этого. И, ребята, чтобы меховик держать, у меня есть фиксатор. Этот с той стороны, где масляный поддон одевается. Это вам потом уже покажу, конечно. Допустим, нет у вас никакого фиксатора. Старый вкладыш. Устанавливаем на зубчик. Зубчик. И вот все. Здесь направляйка. Она касается туда и все. Держит. Вот так. И затягиваем. 3 килограмма. Крест на крест. Все проверяем сейчас, точно ли 3 или нет. Всегда свою работу проверьте, ребята, тем более двигатель, чтобы было все 100%. Здесь угломер не нужны, ребята. Устанавливаем для себя метки и поворачиваем 90 градусов, и все. Если метки так стоит, они будут сюда, и все. Не обязательно здесь угломер, 90 градусов, понятно. А когда 130, 150, я не знаю, 65, это немножко тяжеловато, конечно, понять. Поэтому сейчас всю метку устанавливаю, зажимаю, 90 градусов, все. Затягивал, ребята. Осталось последний один. Вот видите, так должно было быть, а сейчас стоит так, все, 90 градусов. Раз, поехали. Идет. Зажимаем. Еще. Смотрим. Все отлично. Все. Зажимали по 90 градусов. С этой частью закончили, ребята. Вкладыш убираем. Все. Садком закончились. Сейчас покажу передок. Ребят, сейчас устанавливаем передний сальник. Посмотрите номер переднего сальника. Вот так, ребята. Тоже с оправкой, ребята. Вот смотрите. Даже здесь написано. Ребята, если вы видите, хорошо, 4 часа. 4 часа ждать надо. Ну, это понятно, когда просто вы этого меняете. Вот, ребятки. Мы можем его установить сейчас вот так. Если что, вот когда мы эту часть будем установить, она под конус сделана. Легко зайдет. Проблем нету. С этой. Можем этого установить, потом сальник. Или вот так. Проблем нет. Мы когда... Сейчас показываю. Этого достаем оправку. Вот когда этого устанавливаем в сальник, да, здесь конус, она легко проходит отсюда. Конечно, вот этого надо будет немножко смазывать. Вот это надо смазывать обязательно. Но здесь ни в коем случае не мажем. И на шестерни, и второй, который. И здесь ни в коем случае не смазываем, потому что они все идут на трение, ребята. Здесь никакого шмонка нету. Просто они крутятся, как хотят. Вы меня поняли? Сейчас устанавливаем. Этот сальник мы можем его так без оправки установить. Оправка когда установить просто отдельно, когда устанавливаете. Это классная вещь, когда отдельно устанавливаете, чтобы его не снимать, все это ерунду. Поняла? Поэтому и все это делается.
Устанавливаем аккуратно по кругу, ребята. Убедимся точно всех сторон севшая. И потом... Все, вот так установили. Если хотите, сюда по кругу. Она как пластмассовая, ребята. Она как не резиновая, такая интересная. Вот видите, вот сюда по краю. Если хотите, не внутрь, конечно, вот сюда. Можно герметик ложить. Это уже потом. Сейчас я вам показываю, как установить цепок сюда. Берем башмачок, ребята, новые. Вот два. Цепь проходит изнутри. Изнутри. Вот. Вот так. Вот показываю. Одеваем. И оп. Все. Стоит. Берем новый цепок, ребята. И вот смотрите, устанавливаем отсюда, изнутри. Вот видите, как бабочка. Вот так через этот. И устанавливаем вот этот звездочку. Здесь никакого метки нет, ребята. Метки всех устанавливаются. Устанавливается специнструментом. Вот мы берем изнутри, пускаем. Потихоньку пускаем. Вот сюда, ребята. Вы поняли? И когда устанавливаем вот этот. Но когда будем мы этого, здесь смазываем. Я просто вам показываю. Устанавливаем. И пусть так и будет. Болт просто из рук можете положить туда, но зажимать нельзя. Когда все специнструменты устанавливаться будет, я вам покажу, когда устанавливаю все это. И тогда зажимаем этот болт. Здесь большое усилие, ребята. Вот так. Сейчас все помажу. Я это отпущу сюда, чтобы цепь не упала, а что долго будет не накинут. Я лучше его сниму в сторону. Сначала смажу, вот это я его готовлю. И дальше буду снимать, показать вам. Все, ребята, устанавливаем этого. И сюда устанавливаем. Потихоньку помогаем второй рукой. Опа! Вот этого берем с болтом вместе, чтобы центровка была, ребята. Пару резьбу сюда и все, чтобы была центровка. И начинаем толкать на место. Оп! Все, есть. Вы можете потом этого открутить, ребята. Вот этого открутить можете. Все, она стоит на месте. Вот так. Цепок ложим в сторону. Или можем что-нибудь положить сюда, чтобы пока не упало. Вот смотрите, ребята, сейчас здесь один болт и второй должен попасть на метки точно. Вот видите, каждое свое место. Сейчас будем установить, сейчас покажу вам. Каждый должен попасть сюда на свое место. Цепок убираем в сторону, толкаем вниз. Сейчас, ребята, секунду. Ребят, два болты, здесь кольца, обязательно резиновые, должно быть новые, ребята, новые, а то в старых все было в герметике. Вот устанавливаем, раз и два, они одинаковые, а верхний болт, который будет верхний башмачок держать, вот этот, это 25 ньютон на метр, а вот этот два, который 24 ньютон на метр. Зажимаем. Вот это просто из рук я зажимаю, ребята, пока не буду зажимать. Их просто вот так руками. Руками зажимаем. И сюда немножко смазку будем смазывать, чтобы резину не выворачивал. Вы поняли меня, наверное. Это я уже зажму, когда... потому что если этого я зажму, верхушку не могу попасть. Она вообще не шевелится, вдруг, если что. Поэтому эти все будем вместе зажимать. 24 ньютон на метр, и верхушку,
верхний болт 25 ньютон на метр. Ребят, смотрите, вот этот устанавливаем новые кольца. Уже кто-то поимел его. Можно сказать, вот видите, поломанные. Вот, ребятки, устанавливаем сюда, смазываем, конечно, обязательно. И вот так устанавливаем сюда, где первый цилиндр около башмака, вот здесь. Там пружинка, есть внутри шарик. Вот. И все, до конца зажимаем, ребята. Вот, этого не забывайте, обязательно надо установить, ребята. У него есть ограничитель, дальше не пойдет, она упирается сюда. И все, останавливается. С этой все, ребята. Остальные все, этот кронштейн, насос, это фильтра, все этот буду на машине установить. Пока все, что не мешает, вот лучше вот так установить, чем мучаться с головкой вместе. Потому что автомат, пока это все попасть на место, ребята, вот это болтами, тяжеловато. Там зазор вообще остается мало. Я впереди ничего, ни шкив, ничего такого не сделал. Не делай вот этого. Тоже не забывайте, ребята, смазывать, когда выкручиваем болт, потому что, чтобы не заело этого. И потом, что хотел сказать, болтик просто так будет здесь. Здесь ничего не делаем, чтобы тяжело не было установить. И потом на машине все буду этот установить по местам, ребята. Вот это все, момент затяжки, все скажу, крэштейн, кондиционера, все расскажу вам, какой. Все, ребята, с этой мы закончили. Уже когда кину на машину, соединю с коробкой, уже вам сниму, дальше покажу. Всем удачи, ребята. Всем до свидания. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, ребята. Рауф Механик в Ютубе. Это мой номер. Нахожусь в Киеве. Если что, можете звонить. Всем удачи, ребята. Всем до свидания. Поставьте лайк.